смотри, вот в этом кадре ты идешь слишком медленно и поздно поворачиваешься. Давай мы чуть-чуть побыстрее пойдем. Евгений Гапов работает сам на себя, снимает коммерческие видеоролики. Полгода назад он зарегистрировался как самозанятый. Говорит, хотел работать легально, плюс новый статус. Предлагает выгодные условия по налогам. Сейчас Евгений платит от 4 до 6% от суммы своего дохода. В эту ставку входят и отчисления в фонд медстрахования. Из-за распространения коронавируса доходы мужчины существенно сократились. Поэтому, когда узнал, что самозанятые получают от государства 12 130 рублей на выплату, он сразу же подал заявку. Любая помощь от государства будет как никогда кстати. Ту поддержку, которую государство оказало мне, позволит не платить налоги на прибыль до 200 тысяч рублей. Для меня это очень существенно. Эту меру поддержки для самозанятых анонсировал президент России Владимир Путин. Он также предложил им вернуть налог на доход, уплаченный в 2019 году, в полном объеме. Эти люди поверили государству, поверили его гарантиям работать защищенно и цивилизованно. В этой связи считаю, что такое стремление нужно поддержать и даже поощрить. Особый налоговый режим для самозанятых введен в 2020 году. Всего за 4 месяца в таком формате оформили свою деятельность более 15 700 жителей региона. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Максим Гусев. События.